Перепись населения – единый процесс сбора информации о численности и составе населения. В большинстве стран при переписи задаются лишь наиболее важные вопросы. Возраст живущих людей, их родственные связи, место рождения, национальность, образование и место работы. Иногда включаются вопросы о дате заключения брака и количестве детей. А в сельской местности – о размерах семейного участка земли и числе голов скота. После сбора всей информации она обобщается и анализируется. Результаты играют важную роль при планировании, например, затрат на пенсионное обеспечение, количество необходимых школ, детских садов, больниц, учителей, врачей и так далее. Сравнивая полученные данные с результатами предыдущей переписи, можно судить о росте или уменьшении населения, темпах переселения людей из деревни в город и так далее.